Марио Чайкигори представляет. Производство Интеркапитал. Адриано Челентано. Эдвиге Фенич. В фильме «Туз». В фильме также снимались Ренато Сальватори, Сильва Кошина, Пиппо Сант'Анастазо, Джанни Мани, вам бы хотелось быть на моем месте. Мэмо Дитонго, Элизабетта Вивиани, Дино Кассино, Сандро Гиани, Рафаэлло Ди Сиппио, Джанни Музи. Автор сценария — Кастеллано и Пиппола. Художник — Энрико Тавальери. Композитор — Детто Мариано. Оператор — Данило Дезидери. Продюсеры — Марио и Витторио Чайкигори. Режиссеры — Кастеллано и Пиппола. Раз, два, три. Аплодисменты. Спасибо. Еще. Вкусно. Да, вкусно. Ты женился на самой красивой девушке в городе. Если бы ты не был моим другом, я бы тебя стукнул. Если бы ты не был моим другом, я бы дал тебе оплеуху. Ты чудо. Поздравляю, Сильвия. Спасибо. Поздравляю, желаю мальчика. Спасибо, дорогая. Счастья. Спасибо. Поздравляю, сеньора. Спасибо. Желаю 100 таких дней. Точнее, только один такой день. Спасибо, Каролина. Значит, ты точно решил бросить игру? Решил. Я обещал Сильвии. Никаких карт, лошадей и пари. Хочешь поспорить? Тогда прощай от всех нас. Туз, величайший игрок всех времен, умер. Аминь. Я люблю тебя. Как жаль, Туз. Тебя не будет как раз сегодня, когда он приедет. Кто он? Уж лучше и не говорить. Скажите мне. Скажи ему. Марсельец. Собственной персоной. Он придет в мой клуб на серьезную партию. Только ты мог его обыграть. Меня это не интересует. Точнее, уже забыл. Какая ставка? 100 тысяч. Серьезная игра. Поздно, ребята. Хозяин, счет. Вот он я. Ноль. Зеро. Ноль. Зеро. Ноль. Зеро. Ноль. Бон меркато. У них тут дешево. Зеро. Ноль. Три. Три. Три миллиона. Три миллиона лир? Больше 50 гостей, торты, устрицы. Разыграем? Да. Чет или нечет? Нечет. Или чет? Чет. Диспари. Нечет.
Я поймал муху. Ты тоже поймал муху? Я тоже поймал. Твоя какая? Моя белая. Моя черная. Держи, похорони ее. Пока, ребята, увидимся. Банк Луиджи Морган. Господин Туз, вы забираете все? Все. Нам жаль, что вы закрываете счет. Все равно останемся добрыми друзьями. До свидания. До свидания. Вот. Это все мои деньги. Держи их у себя, так чтобы у меня не было искушения играть. Ладно. Дай их мне. Вот они. Я же тебе сказал, не давай. Но ты их попросил. А ты не давай. Тогда верни их. Держи. Спасибо. Ты не спишь? Нет. А ты? Я сплю. Я проснулась, потому что почувствовала, что ты не спишь. Я думал. И о чем ты думал? О моем будущем. Спокойно. Просто восторг. Ты представь. Встаю в 6 утра. На метро до мэрии. Контора. Стол у большого окна. 700 тысяч в месяц, плюс надбавка на иждивенцев. В 7, скорее домой. Хороший ужин, телевизор, а потом спать. Ты доволен? Застрелиться можно. А что еще ты хочешь от жизни? Тебя и много денег, чтобы ты была счастлива. Я уже и так счастлива. Ты знаешь, что этот марселец сопляк? Тот, который играет в клубе? Да. Супер сопляк. Я его изучил. Когда он блефует, у него дрожит правое ухо. Мы могли бы лишить его состояния, но будем спать. Кто там? Это опять ты? Ты бы хотел сыграть? Нет, никогда. Я же тебе обещал. И потом, у меня нет ни лиры. Какая ставка? Большая игра. 100 тысяч. Ладно, я поняла. Что это, ключ? Зачем мне ключ? Открой шкаф и возьми свои деньги. Мои деньги? И что с ними делать? Пойдешь играть, так ведь? Ты не поняла, я сказал нет. А я слово держу. Ты так и сдашься? Не будешь настаивать? Иди. Но чтобы в последний раз. Как странно. Я не думал, что сегодня ночью пойду играть. Но если тебе приятно, я пойду. Спасибо, крошка. Я скоро вернусь и с большими деньгами. Твоя жизнь перевернется. Тебе есть что добавить? Нет. Мне тоже. Бар Бретелло. Привет, Туз. Привет. Тебя не должно было быть. Я должен был быть там, но я здесь. Они там? Нет, ты здесь. Знаю, но они там. Да, там. Я туда. Будь здесь. А как идет партия? Кто выигрывает? Марселец. Выигрывал.
Туз, мы поставим на тебя. Молодцы, вы уже выиграли. Пас. Вист. Полный покер. Три короля, два валета. Однако. С меня хватит. Я все проиграл. Спасибо, ребята. Ничего, в другой раз. Привет, марсельц. Не хотел бы поиграть дальше со мной? С удовольствием. Я разогреваюсь. Скоро замерзнешь. Почему? Останешься в одних трусах. Вижу, ты подготовился. Я всегда начинаю с мелочи. Новые карты. Это партия века. По-моему, туз проиграет. 100 тысяч на туза. Какой расклад? Поровну. 30 тысяч на марсельца. 100 на туза. Сколько? 100, понятно. 5 тысяч на марсельца. А ты? Бармен пива. Возьми сам, я посмотрю партию. По-моему, выиграет марсельец. Ты с ума сошел? Туз сильнее. Если позволишь, я тоже помешаю. Ставлю. Чисто. Согласен. Quante carte? Сколько? Una. Одно. E tu? Тебе? Servito. Не надо. Paola, твое servito. Слово. Un cipino. Одна пачка. Все, что перед тобой. Все, что передо мной, плюс телефон. Кто это в такой час? Когда мне как раз снилась моя Энрикетта. Я говорю с Луиджи Морганом, владельцем банка? Да. Кто говорит? Это ты, дорогой Луиджи, как ты? Да, но кто говорит? Это твой друг, Туз. Туз? Туз? Вы с ума сошли? Звоните мне в 2 ночи. Луиджи, пожалуйста, скажите мне, сколько денег на моем счету? На каком счету? Вы не помните? Вы все сняли сегодня утром. У вас нет ни лиры. 3 миллиарда 8 миллионов? Я думал, больше. Какие миллиарды? Туз, у вас нет ни лиры. Ни лиры. Ставлю 3 миллиарда 8 миллионов. Пожалуйста, Луиджи, пойди возьми все, что у меня есть, и принеси мне немедленно. Спасибо. У тебя 18 минут на раздумье.
Пас. Предупреди Моргана, что деньги уже не нужны. Ладно. Это все твое. Но позволь мне узнать. У меня было 4 дамы, а у тебя? 3 семерки. Ты шутишь? Да, их было 2. Мне 3 карты. Мне 1. Плюс эти. Все, что у меня есть. У тебя 18 минут на раздумье. Вист. Скаламонката. И полная масть. 2 короля. Как ты понял, что я блефую? Все дело в ухе. Поздравляю. Туз, ты был молодцом. Молодец. Молодец. Я рад за тебя. Я тоже рад за себя. Я был у Моргана. Что он сказал? Чтобы я шел к черту. Отлично. Привет, убийца. Уже на работе? Да. Чья очередь на этот раз? Мне жаль, туз. Но на этот раз твоя очередь. Черт побери, мне тоже жаль. Кто тебя послал? Я серьезный профессионал, не могу тебе сказать, но по секрету сообщу. Он тебя ненавидит. Очень сильно. Это я предполагал. Потому что тебе слишком везет в игре и с женщинами. Сколько он платит, чтобы меня убить? Мало. 10 миллионов. Предлагаю тебе 100 наличными. Невозможно, туз. Ты меня знаешь. Я честный убийца. Убийца. Да, ты перестарался.
Прощай, Туз. Ты был кем-то. Вроде того. В какое время ты являешься? Легко сказать. Как ты говоришь? Ты выпил? Нет. Ты же знаешь. Я не пью. Не сердись, я должен рассказать тебе одну вещь. Одну вещь? Я поняла, ты проиграл все наши деньги. Хуже. Ты подписал векселя? Хуже. Ты заложил мебель. Хуже. Не знаю, как тебе сказать. Я не хотел бы тебя слишком волновать. Я умер. Вернулся в такой час. Наверное, умираешь от усталости. Пойду сварю тебе кофе. Я умер от смерти. Усоп. Испустил дух, отошел в мир иной. Труп. Погиб. Я прах. И очень мертвый. Очень. Я бывший. Сначала я был, теперь меня нет. Если ты меня спросишь, как я могу тут быть, я отвечу, какое тебе дело? Для тебя главное, что я есть, хотя меня и нет. Меня нет для других, но для тебя я есть. Ясно? Ты поняла? Нет, не поняла. Так что же? Ты здесь? Нет, не то. Слушай, а если ты все проиграл, я тебя прощаю. Только не нужно шутить. Я не шучу. Я дух. Что? Я дух. И ты думаешь, что я поверю? Начнем сначала. Час назад я умер. Попал на небо. Я так умолял, что меня включили в лист ожидания. Я не могу оставить мою жену одну, сказал я. Хватит. Что за дурацкие шутки? Перестань. Ты мне не веришь? Нет. Не веришь, что я призрак? Но я тебя отлично вижу. Только ты. Твоя любовь делает меня видимым для твоих глаз. Другие меня не видят. Ладно. Но теперь поторопись, потому что в 8:00 ты должен быть в мэрии насчет работы. Я бы только напрасно проездил. Почему? Мертвецов на работу не берут. Такие правила. Если ты это придумал, чтобы не идти на работу, то со мной это не пройдет. Что ж, позови Каролину. Спроси у нее, сколько нас. Хорошо, позовем Каролину. Если ты так хочешь. Каролина. Вставай, Каролина. Каролина, сеньора, у нас воры? Нет, ты должна пройти туда. Зачем? Чтобы посмотреть на моего мужа. В такое время, но я его каждый день вижу. Знаю, это чтобы он был доволен. Ну, Каролина, сколько нас в этой комнате? Как это сколько? Нас двое? Видишь, она тоже говорит, что нас двое. Как это двое? Каролина, посмотри лучше. Ты никого не видишь, кроме себя и меня? Нет? А моего мужа ты не видишь? Мне нужно увидеть вашего мужа. Ваш муж здесь? Каролина, посмотри лучше. А, да, сейчас вижу. Вот он. Прекрасно вижу. Хорошая фотография. Ладно, я поняла. Сколько ты ей дал? Кому? Я не тебе, я ему. Портрету? Иди спать.
Я пойду приму душ, а ты сделай что-нибудь. Пошел бы на кухню, приготовил завтрак. Я бы хотела бутерброды с маслом, вареньем и медом. А ты? Ничего. Ты не хочешь есть? Мертвые не едят. Любимая, это тебя. Откуда ты знаешь? Ответь сам. Может, это тебя. Говорю же, это тебя. Ответь сам и спроси кого. Я под душем. Я не могу, мне не позволено отвечать. Отвечай ты. Конечно, когда ты вобьешь себе что-нибудь в голову. Ладно, иду. Да. Вы супруга Туза? Да, кто это? Я комиссар полиции. Должен сообщить вам печальное известие. Наверняка речь о моем муже. Точно. Он что, умер? Верно. Откуда вы знаете? Мы выловили его труп из канала в 6:25 утра. 15 минут назад. Молодцы, поздравляю. Она нормально приняла эту жизнь. Как вас зовут? Я комиссар Ринальди. Или Брателла, или другой глупый друг моего мужа. Понимаю вас, сеньора. К сожалению, должен подтвердить вам, что ваш муж действительно мертв. Видишь, что я тебе говорил? Перестань, идиот. Что вы себе позволяете? Это я не вам. Это я ему. Кому ему? Мужу. Плохо. Сошла с ума. Я уважаю ваше горе, сеньора, но вы должны приехать к нам в морг для опознания тела. Конечно, приеду. Прибегу, чтобы закончить эту историю раз и навсегда. Ты не войдешь? Я лучше тут подожду. Я побаиваюсь мертвецов. Тогда я пойду одна опознавать твое тело. Выливаете и не смотрите? Выливает, она смотрит. Понимаешь, я не мог тебя так оставить. Совсем без денег, без мужчины, который тебя поддержит. Я не хочу другого мужчину. Я хочу только тебя. Но я же умер. Ты должна привыкнуть. Нет. Не делай так. Когда ты плачешь, ты становишься некрасивой. А ты должна быть красивой. Ты должна улыбаться. Потому что нам надо идти. Куда идти? На мои похороны? Нет. Бедняжка. За друга, которого больше нет, мы шлем Тузу прощальный привет. Un gran giocatore con molte virtù faceva colore se tu avevi full. Bum 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 bum. Tre neri cipressi la dio gli darò con voce chitarra e chiave di do. Bum 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 bum. Se invece bleffavi con copia di Jack guardandoti fisso scopriva il tuo bluff. Bum 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 bum. Se tu rilanciavi faceva per tre e poi ti stangava con poker di re, con poker di re. Con poker di re. Onore per Raso che qui se ne va, nessuno più forte di lui ci sarà. Bo-bom, bo-bom. Nell'anima nostra c'è un vuoto perché qualcosa di noi scompare con te. Bo-bom, bo-bom. Un altro così non nascerà mai, addio grande amico che via te ne vai. Che via te ne vai. Che via te ne vai. Beh, come va? Хорошо, меня хоронят. Так, по-твоему, надо одеваться на похороны? Никакого уважения. Это мой праздник. Меня чествуют. А вы все кажетесь мне мрачноватыми.
Что ты делал до сих пор? Где ты был? Я был в Сан-Сиро. Такой забег. Если бы я мог делать ставки, я бы выиграл состояние. Дорогие друзья, Туз умер. Ушел лучший из нас. Самый честный, самый благородный, самый симпатичный, самый дружелюбный, самый сильный. Он озарял наши вечера своей веселостью. У него всегда было для нас слово утешения. Он никогда не бросал друга в трудный момент. Он самый человечный, самый искренний, самый сильный. Но ты здесь, ты не умер, ты рядом с нами. Я вижу тебя, ты жив. Не преувеличивай. Я не преувеличиваю, когда говорю, что ты здесь. Ты здесь, рядом с нами, я тебя вижу. Похоже, как будто он сам умер. Похоже, будто он сам умер. Похоже. Ты останешься у нас в душе на всю жизнь. Аминь. Бедная Сильвия. Есть. Аньели. Ты могла бы выйти замуж за Аньели. Будешь менять машину каждый день. Аньели уже женат. Да. Ладно, посмотрим еще. Б. Бу. Буйтони. Макароны на всю жизнь. Перестань. Нет. Тебе нужен самый лучший. Нужен джентльмен. Серьезный, работящий, состоятельный. А не игрок, как я. Я никогда не захочу другого мужчину. Я люблю только тебя. Нет, нет. Я уверен, что кто-то тебе понравится. Ты его полюбишь, и я уйду. Исчезну. Ты меня опять заставишь плакать. Не надо, радость моя. Не плачь. Поговорим об этом завтра. Тебе лучше поспать. У тебя был трудный день. Я понимаю, умер близкий человек. Доброй ночи. Доброй ночи, моя единственная любовь. Пустишь меня поближе к себе? Да, ложись поближе, если хочешь. Нет, нет, подожди. Куда ты кладешь руку? Что ты делаешь? Постой. Ты трогаешь мои яйца? Да. Мне кажется, не стоит. Я умер. Но я тебя чувствую живым. Я тебя хочу. Ты так мне нужен, любимый. Но... Хватит. Какого черта? Поуважительней с трупом. Я тебе больше не нравлюсь. Конечно, нравишься, но некоторых вещей делать нельзя. Почему? Это грех. Да нет, я твоя жена. Нет. Ты моя вдова. Это другое. Прошу тебя еще один раз. Давай займемся любовью. Потом я сделаю, как ты хочешь. Даже поищу другого мужа. Ладно. Точно? Обещаю. Ты чего? Спрошу разрешения. У кого? Наверху. Это номер? Нет, это код. А номер вот. Это я. Как? Вы уже знали, что я хотел у вас спросить. Ладно. Ну что? Что ответили? Сказали да. Но только на эту ночь. Oh.
Я Каролина, сеньора, вам плохо? Все хорошо, Каролина. Иди спать. Бедная сеньора, как страдает. Шутите, а потом прячетесь. Что случилось? Ах да, духи не отражаются в зеркалах. Значит, буду бриться по памяти. Ты моя Лолита, я тебя люблю. Знаешь, крошка, я всю ночь думал, я нашел тебе мужчину. Хочешь узнать кого? Нет. А что ты делаешь? Иду на работу. На работу? Да, буду сама себе заботиться и не придется выходить замуж. Ты мне обещала. Ты тоже мне обещал больше не играть. Дай пройти. Ты куда? В театр Одеон. Там набор актеров в музыкальную комедию, а я танцовщица. Была танцовщица. Теперь ты сеньора. Нет, бедная вдовушка, без всяких средств. Значит, должна зарабатывать на жизнь. Я тебе запрещаю. Если ты так поступишь, то я... Что? Я покончу с собой. Ты уже умер. Черт побери, совсем забыл. Пока. Ты так уйдешь и бросишь меня как живого? Увидимся, когда вернусь. Ладно, сеньора, я вас жду. Это я не тебе. Вот тебе ключ. Не заходи в мою комнату ни под каким видом. Ладно? Иисус, Иосиф, Мария. Сеньора! 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 Что такое? В этом доме духи! Я знаю, знаю. Черт побери, она меня заперла. Каролина! Она меня не слышит. Но я же призрак. Могу пройти сквозь стену? Да, она крепкая. Все время забываю, что живу на третьем этаже. Лолита, твои 20 лет разбили мое сердце. Что? Вы все перепутали. Нужно больше ритма. Больше. Сначала. Давай, маэстро. Раз, два, три. Thank you.
Сильвия! Что ты тут делаешь, Туз? Немедленно домой. Не заставляй повторять 7 раз. Или 8. Дай мне попробовать. Пошли, или тебя выгонят. Уходи. Я не позволю, чтобы моя жена кривлялась в третьесортном заведении. Не позволю. Не позволю, ясно? Что ты говоришь? Это то, что я делала до нашего знакомства? Я... Что происходит? С кем вы говорите? Я сама справлюсь. Я нужен тебе, значит, ставлю подножку. С ума сошел! Конечно, я же предупреждал. Стоп! Вы должны повторять мои движения, а не подлетать и не крутить головой, как курица. Извините. Нечего извиняться. Перестань, Туз. Маэстро, начнем с цифры 24. Раз, два, три. Синьорина Сильвия, идите сюда. Прочь, уходите. Я вас увольняю. У вас нет данных. У тебя нет данных, друг. Синьорина останется, потому что деньги на эту дурацкую комедию даю я. Ясно? Да, господин Брателло, как хотите. Я в вашем распоряжении. Синьорина, можете встать в ряд. А ты чего? Играй же. Видел? А я прекрасно справляюсь и без тебя. Видел? Ты видел. Не показывай язык, я тебя вижу. До свидания. До свидания. До свидания. Доброй ночи, девочки. Добрый вечер. Пока. Пока, Брителло. Нет, ты останься здесь. У меня дела, я не могу. Не хочешь меня благодарить? Спасибо, ты был так любезен. До завтра. Какой до завтра? Ты останешься здесь. Стой, ты с ума сошел. Сильвия, стой. Ты же знаешь, что ты всегда мне нравилась. Я хотел тебя поцеловать, прижать к себе. Но между нами всегда был Туз. Он и сейчас между нами. Да, так всегда говорят, но я заставлю тебя его забыть. Любимая. Любимая. Любимая, что-то меня удерживает. Ты сводишь меня с ума. Ты мне поможешь? Ну, прошу, помоги мне. Да, я тебе помогу. Я сделаю тебе карьеру. Я дам тебе много денег, если хочешь. Сделай что-нибудь несчастный. Мне нравится, когда меня оскорбляют. Ты сказала, что сама справляешься. Прошу тебя, умоляю. Если я тебе помогу, сделаешь так, как я скажу? Обещаю, клянусь тебе. Что ты говоришь? Что ты бормочешь? Кому ты обещаешь? Моему мужу. Не смеши меня. Ты же знаешь, Туз умер. Я не верю в эти глупости. Кто умер, похоронен, а кто жив, тот спокоен. А я в это верю. Да? Тогда я тебе помогу его позвать. Туз, дай мне знак, сделай что-нибудь. Туз, Туз, если ты здесь, стукни чем-нибудь. А за кого мне надо выйти? Морган. За Моргана. Луиджи Моргана. За этого банкира? Да. Но он вдовец. Ты тоже? Ты прав, я забыла. Но говорят, что женщина ему больше не нравится. Ты особенная. Во-первых, ты должна с ним встретиться. Как? Пойти и встретиться. А то как же ты его встретишь? Нарочно пойдешь в его банк и попросишь положить на счет большую сумму. Как на счет 100 миллионов. Но у нас нет ни лиры. 100, 110. Готово?
Ты заставил меня поставить на черепаху. Почему на нее ставка 1:100? Потому что это Клячо. Всегда приходит последний. Клячо? Ты заставил меня поставить все деньги на Клячо? Да. Извини, я сейчас вернусь. В третьем забеге на первом месте веселый цветок, на втором папион. В четвертом забеге участвуют номер 2, Ганновер, фаворит Корсара, Синклер, Оттавиано, Горностай и черепаха, у которой четвертый номер. Лошади занимают место на старте. Вот сигнал, пошли. Как и ожидалось, Корсара врывается вперед, за ней Ганновер и Синклер. Конечно же, черепаха в хвосте. Невероятно. Фаворит Корсара сбилась с темпа. Она будто с ума сошла. Она сходит с дистанции и возвращается в конюшню. Синклер набирает темп и бежит первым. Он оторвался от остальных лошадей, разрыв все увеличивается, и, возможно, он победит. Но что это? Что происходит? Синклер замедляет бег. Его как бы что-то сдерживает. Он явно испытывает затруднения, и его обходят все остальные. Невероятно! Синклер перешел на последнюю позицию. Этим воспользовался номер 7, он вырвался вперед. Затем Горностай, Ганновер и последний черепаха. Чувствуя близкую победу, Жакей пробует подхлестнуть свою лошадь. Не понимаю. Жакей корчится, будто у него колики. Он подает знак и тоже сходит с дистанции. Он выбывает. А черепаха номер 4, на которую ставка 100 против 1, Клей, неожиданно вырывается вперед. Другие лошади, которые легко могли ее обойти, проигрывают ей на финальном отрезке. Замедляют бег, замедляют, их как бы что-то тормозит. Копыта с трудом отрываются от земли. Они замедляют бег, как бы приклеиваясь к почве. Вот они совсем встали. Черепаха, черепаха, черепаха. Давай, черепаха. 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 Черепаха первой пришла к финишу. Первый раз за всю свою карьеру. Ты что, забираешь? Да. Ставь все на пятый забег. Все на пятый забег. Какая лошадь? Какая лошадь? Улитка. 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 Иди сюда. Зачем? Морган должен увидеть тебя в самом лучшем свете. Черт побери, но это не Морган. Но вы не господин Морган. Я просила поговорить лично с Луиджи Морганом. Луиджи Морган в Сан-Ремо. В отпуске. Легкое переутомление. С тех пор, как его жена Энрикетта, достойная и образцовая женщина, оставила этот мир, Морган страдает от периодических кризисов. Тогда он все бросает и идет отдохнуть на несколько дней на море. Правда, что он никогда не думал снова жениться? Никогда. Он живет памятью об Энрикетте. С того дня он больше не смотрит на других женщин. Даже такая красивая девушка, как вы, оставила бы его совсем равнодушным. Ладно.
Я снова приду, когда будет господин Морган. Спасибо. Ну что, сдаешься? Эти женщины никогда не доверяют. Тебе кажется, что я сдаюсь? Туз! Вот и я. Это я. Энрикетта Морган? Я получила твое сообщение, и вот я здесь. Я позвал тебя, потому что мне нужна одна услуга. Ты просто красавчик. Покажись-ка. Привлекательный. Что ты там делаешь? Разве ты не должен быть в другом месте? Мне нужно кое-что уладить. Кстати, я хотел расспросить тебя о Луиджи. Луиджи? Луиджи. О Луиджи Моргане, твоем муже. Бедняжка. Мне говорили, что с тех пор, как я умерла, он так и не оправился. Он был безумно влюблен в меня. Это правда. Почему ты смеешься? Бедный Луиджи. Он меня так и не забыл. А ведь надо сказать, что я не была идеальной женой. Понимаешь? Нет. Ну, мне нравились мужчины. Особенно красивые и сильные, как ты. Даже после того, как ты за него вышла? Плоть была слаба. Немножко рожек я ему наставила. Мне нужно отбыть по 10 лет чистилища за каждую мою шалость. И много придется отбывать? 46 веков. Как Луиджи влюбился в тебя? Опиши мне вашу первую встречу. Я встретилась с ним в Сан-Ремо. Он ездил туда на все выходные. Снимал королевский номер Гранд-отеля круглый год. Оттуда был фантастический вид на море, и было видно... Да, извини. В тот год, это был 52-й, я тоже решила поехать в Сан-Ремо. Я вышла перед самой гостиницей из моего белого ягуара и подошла... Белый ягуар? Платьице и шляпка, в тон белые леса. Я была просто блеск. А он? Сразу меня заметил, потому что я уронила перед ним мой платочек, пахнущий духами Кати. Он пригласил меня на завтрак в свой номер. Он был так счастлив, когда узнал, что я тоже обожаю балтийских устриц. Балтийских? Да-да, балтийских. И когда он попросил выйти за него замуж? После того, как услышал скрипку. Какую скрипку? Не было никакой скрипки. Когда он влюбляется, он слышит итальянское каприччо Чайковского. Там вот так. Там я с ним познакомилась. С кем? С Чайковским. Красивый парень. Брюнет. Славянин. А жаль, что он слишком голубой. Значит, он услышал скрипку и... признался мне в любви, и через 2 недели мы поженились. Спасибо, Энрикетта. Ты оказала мне большую услугу. Ты ничего не дашь мне взамен? А что ты хочешь? Поцелуй. Ну, поцелуй коллеги. Дыши. Дыши. Хорошо. Энрикетта, сколько тебе придется отбывать за этот поцелуй? Он мне обойдется не меньше 100 лет чистилища. Но он того стоил. Он того стоил.
И вот и приехали. Луиджи Морган живет там, наверху. Но сейчас он внизу, завтракает. Я не чувствую себя естественно. Я одета как для музыкальной комедии. Ты прекрасна. Пойду. Давай повторим. Если он пригласит тебя на обед, что ты закажешь? Тортеллини со сливочным соусом. Извини, но если честно, они мне нравятся. Сегодня тортеллини ни при чем. Ладно. Балтийские устрицы. Молодец. Но я больше люблю тортеллини со сливочным соусом. Ну что, я пойду? Да, а я пока посигналю, чтобы его привлечь. Кути. Сеньорина, прошу вас. Это ваш, я полагаю? Нет, это моего мужа. Вашего мужа? Значит, вы замужем? Вдова. Как я счастлив. Я тоже вдовец. Позвольте. Луиджи Морган. Банкир. Очень приятно. Сильвия Бернарди. Балерина. Извините мою дерзость, но вы мне напоминаете одного дорогого человека. Правда? Я хотел бы пригласить вас поужинать со мной. Вы заняты? Я, честно говоря, я свободна. Мне было бы это очень важно. Согласна. Тогда в 9 у меня в номере. В королевском люксе. У вас есть пожелания к меню? Я без ума от тортели... от балтийских устриц. Значит, увидимся позже. Молния. Погода меняется. Чем больше я на вас смотрю, тем больше я очарован вашей красотой, Сильвия. Спасибо. Но это же каприз. Что я слышу? Каприз. За кого вы меня приняли? Сильвия, вы не поняли. Мотив, который звучит во мне, это знаменитое итальянское капричо. Каприз, музыка Чайковского. Когда я слышу этот мотив внутри себя, я уверен, что влюблен, как в первый раз. Сильвия, вы выйдете за меня? Быть может, да. Извините, Луиджи, мне нужно подышать. Прошу. Ты просто ненормальный.
Так вы выйдете за меня? Да. Идите вперед. Не хочу быть третьим лишним. Я бы поставил на рака. 200 ящиков пива, 100 ящиков минеральной воды и 300 бутылок. Когда мы поженимся, ты не будешь больше жить в этом бедном квартале. Я отвезу тебя в мое имение в Монкальери. У меня там замок. Памятник архитектуры. Ближайший населенный пункт в 20 километрах. Сильвия, что ты бродишь в такой час? И с банкиром. Господин Морган, мой жених. Он? Если тебе нужны деньги, их мог бы дать я. Что вы себе позволяете? Извините. Я еще не представился, Брителло. Морган, помолвку надо отметить. Предлагаю вам выпить в моем заведении. Я никогда не пью перед едой. Тогда мы выпьем. Сегодня уже поздно. Мне пора домой. Мне кажется, синьорина ясно сказала, что хочет домой. Ты что, обделался? Ты меня боишься, да? Я боюсь? Еще чего. Тогда что будем делать? Проходите. С удовольствием. Прошу, мадам. Прошу. Что ж, пора идти. Нет, это я скажу, когда пора идти. Я хочу с тобой поболтать. Ладно, послушаем. Дело в том, что эта девушка нравится мне. Брителло, не будь идиотом. А ты помолчи. Раньше это была женщина туза. Я ничего не стоил. Потом она встретила этого. И что, я должен ждать ее всю жизнь? Успокойся, Брителло. Тебе я могу быть только другом. Я думаю, что синьорина, мне плевать. Если хочешь Сильвию, ты должен ее заработать. Ладно, сколько? Никаких денег, разыграй меня. Я никогда не играю. Ни в карты, на кулаках. Я никогда не дерусь на кулаках. А я дерусь. Сто тысяч на Брителло. Вист. 5000 на банкира. Сто тысяч на банкира. Согласен. Удваиваю. Я тоже. Миллион на меня. Черт побери, я появился не в тот момент. Теперь прекрати. Ну что, тебе хватит? Но я на тебя не в обиде. Приглашаем тебя завтра на нашу свадьбу. Ровно в полдень. Видела, дорогая, как я его? Как я его отделал? Теперь он должен заплатить нам выигрыш. О!
Входите открыто. Тебе плохо, убийца? Я неважно себя чувствую. У меня есть для тебя работка. Нет. С тех пор, как ты мне приказал убить Туза, я не выходил из дома. Не выходил. Не волнуйся, полиция закрыла дело. Но не мою совесть. Туз был великий человек. Мне не надо было его убивать. Не надо было. Туз умер и похоронен. Не волнуйся. На этот раз ты выполнишь ту же работу. Морган, банкир. Я завязал с работой. Смотри, как у меня дрожит рука. Смотри. Заплачу вдвойне. Нет. Когда мне будет получше, я пойду в полицию и во всем признаюсь. Мне жаль, Брителло. Мне очень жаль. Неважно. Я и сам справлюсь. Прощай, убийца. Ты потрясающая. Ты потрясающая невеста. Я немного ревную к твоему Луиджи. Тогда я не буду выходить замуж. Останусь с тобой. Я пошутил. Я уверен, что ты уже немного любишь своего будущего мужа. Нет. Ты это говоришь, чтобы мне досадить. Но если бы я любила другого, я бы не могла больше видеть тебя. Ты сам сказал. Посмотри на меня. Ты не находишь меня чуть более прозрачным, более нечетким, поблекшим? Нет. Уже пора. Луиджи будет пунктуален. Поедем немного прокатимся, дружище. Что вы делаете? Вы что, с ума сошли? Мне нужно ехать в мэрию. Я женюсь. Думаю, твоя невеста будет долго ждать. Пошел. Это похищение. Называй, как хочешь. Вперед. Желаю 100 таких дней, сеньора. Каролина. Извините, я опять ошиблась. Так тебе лучше. Я бы никогда не поверил, что Морган снова женится. Луиджи опаздывает. Если он не придет, мне будет приятно. Ты знаешь, что я об этом думаю? Пойду посмотрю, не едет ли он. Эй, ты! Иди сюда! Это вы мне? Да, тебе! Иди сюда! Извини, одну минуту. Я сейчас вернусь. Это ты меня звал? Да. Привет, убийца. Ты меня видишь? Конечно. И даже слышу. Значит, ты тоже? Да. Я умер. Мне жаль. Соболезную. Прежде чем вернуться вниз, ты хотел сказать наверх? Нет, вниз. Я в аду.
Ад может подождать. Прежде чем вернуться вниз, я хотел бы попросить у тебя прощения. Ты прощен. Чтобы отблагодарить тебя, я окажу тебе услугу. Нечем прикурить. Не волнуйся, попробуй здесь. Одно из немногих преимуществ ада. В общем, это Брителло заказал твое убийство. Брителло? Да. А потом он убрал и меня. Вот свинья. А сейчас он похитил Луиджи Моргана и хочет его убить. Луиджи Моргана? Да. Спасибо, убийца. Попробую замолвить за тебя словечко. Мне бы хватило маленького кондиционера. Дель Туддо, дверь. Иду, иду. Прошу вмешаться полицию. Похитили Моргана. Ты расстроился, что Калери проиграла Интер? Три гола мы вам забили. Ты должен мне обед, правильно? За обед я вам заплачу. Но судья был плохой. Как это плохой? Нельзя так судить. Там не было нарушения. Как это? Столько всего происходило. Похитили Моргана. Они говорят о совершенно посторонних вещах. Разве так можно? Наденьте очки. Зачем это? Я дам тебе пощечину. Вы заплатили судье. Мы, миланцы, всегда платим. А ты сейчас заплачешь за обед, ты понял? Похитили Моргана. Моргана похитили, похитили Моргана. Да кто это? Морган. Кто сказал Морган? Я сказал Морган. Это защитник, нападающий, вратарь. Нет, это банкир. А где он играет? Да не забудь, что я твой начальник, ясно? Молчи. Пошли. И не толкайтесь. Кто толкается? Это я толкался. А, да. Кажется, если я кричу, они меня слышат. Это вопрос громкости. Похитили Моргана. Вы понимаете, что похитили Моргана? Моргана похитили, вы слышите? Что это? Вы слышите? Что-то жужжит. Нет, это я. Похитили Моргана. Похитили... Дель Туддо, ответь. Это Морган. Брителло меня похитил. Мы едем по шоссе в сторону Монцы. Полиция, вы слышите? Полиция, вы слышите? Никого нет? Еще одна такая шутка. Я застрелю тебя. Положи трубку. Брителло, извините. Слушаю. Кто говорит? Никого. Дель Туддо, ты даешь мне трубку, когда никого нет на проводе. Сегодня спокойный день. Пойдем на обед. Дель Туддо, все равно ты платишь. Спасибо. Дель Туддо, веди сам. Я хочу дочитать. Я не знал, что у полиции есть радиоуправляемые машины. Дель Туддо, поезжай тихо. Ты что, хочешь, чтобы мы убились? Дель Туддо, что ты делаешь? Как ты едешь? Ресторан в другой стороне. Он же в другую... Дель Туддо, где ты? Где ты? Черт побери. Микрофон. Спасибо. Срочно. Полиция. Кто говорит? Полиция. Да, это полиция. Кто у микрофона? Полиция. Я комиссар Ринальди. Я на синей Альфе. Номер 53872. Меня похитили. Кто? Невидимка.
поворот. Нет. Мы едем на двух колесах. Боже. Нет. Как выровнять эту чертову машину? Боже. Может, это машина Моргана? Заклинаю, помоги, помоги мне ты. Я предал твою память. С кем ты говоришь? С Энрикеттой. Энрикетта? Я никого здесь не вижу. Энрикетта — это святая в раю. Я молюсь ей, чтобы она мне помогла. Молись, молись. Скоро умрешь, и даже все святые в раю тебя не спасут. Проклятие. Быстрей. Видел? Видел? Энрикетта услышала мои молитвы. Она сделала чудо. Я тебе покажу чудо. Вызовите полицию. Поезжай быстрее. Гони, несчастный, гони. Но так мы убьемся. Какая тебе разница? Ты так почти умер. Стойте, я банкир Морган, подождите. Полиция, меня похитил, вот он. Уведите его. Это известный похититель, он хотел меня убить. Арестуйте его. Его зовут Брителло. Уведите его. Комиссар, как вы себя чувствуете? Плохо. Я тоже. Он и правда опаздывает. Наверное, передумал. Она бывшая балерина. Сеньора, я принесла вам попить. Нет, спасибо, Каролина. Однако, какой стыд? Больше часа опоздания. Вам не обидно? Наоборот, раз жених еще не появился, вернусь домой. Сильвия! Сильвия, извини меня. И вы все меня извините. Я столкнулся с огромным препятствием. Извините. Я должен поговорить с Сильвией. Наедине. Сильвия. Меня хотели убить. Мне жаль. Перед смертью я взмолился Энрикетте. Я обещал ей, что если она спасет мне жизнь, я буду принадлежать ей навсегда. И что? Она спасла мне жизнь. Я на тебе не женюсь. Я так счастлива. Я счастлива. Прощай, Энрикетта. Сильвия. До свидания. Прощайте. Пока. Но там не женят. Это выход. Почему ты его не остановишь? Он передумал. Он не женится на мне. Не женится? О, Боже. Я чувствую, что снова умираю. Несколько дней спустя. Бармен, сегодня я, видно, и вправду пьян. Уже третий виски пью, сам не замечаю, как. Я надеялась найти тебя здесь. Ты кто? Я тебя не знаю. Уходи, Сильвия. Ну, пойдем домой. Ты много выпил. Я выпил. Уходи. Ну, пойдем. Я все перепутал. Луиджи тебе не подходит. Теперь надо начинать сначала. Ладно. Поговорим об этом дома. Хочешь? Да, поговорим дома. Ребята, там этот новый Варезина. У всех выигрывает. Он сильнее покойного Туза. Ерунда. Никогда не будет никого сильнее Туза. Ну, пойдем. Я хочу его увидеть. Кого?
Это в резину. Это наверняка сопляк. Прошу тебя, пойдем домой. Нет. Хочу посмотреть, что это за тип. Пожертвование для сироток блаженной Энрикетты. Пожертвование для сироток. Оставь нас в покое. Пожертвование для сироток. Пожертвование для сироток. Пожертвование для сироток. Твоя очередь, Варезина. Пас. Три. Шесть. Девять. Все остальное. Ты слишком силен для меня, Варезина. Этот парень молодец. Блефует, и ухо у него не дрожит. Думаю, он станет кем-то. Эй! Что ты сказал? Эти глаза, это выражение. На кого ты так смотрела? Тебе что, нравится этот тип? Он прекрасен. Прекрасен? Он ужасен. Он такой привлекательный. Слушай, без шуток, я тебе не позволю влюбиться в подобного типа. Почему? Что в нем не так? Это же игрок. Нищий. Ему нельзя доверять. Сегодня он выиграет состояние, завтра останется без штанов. Что за жизнь у тебя будет с ним? Такая же, как и с тобой, которая мне так нравилась. Я бы хотела провести жизнь с таким человеком, как он. С такими нежными, глубокими глазами. Но у него нет будущего. Он способен бросить тебя в первую брачную ночь, чтобы пойти играть. Понимаешь? Туз? Где ты? Туз! Ты исчез? Я тебя не вижу. Эй, красотка, побудь рядом со мной. Ты приносишь мне удачу. С возвращением, Туз. Привет, Петр. Шеф тебя ждет. Что он за тип? Экстравагантный. Thank you.
Туз. Я давно тебя жду. Мне говорили, что в покере ты бог. Справляемся. Сними. Только без чудес. На что играем? На что хочешь? На твое место. Согласен. Сколько карт? Хватит. Мне тоже. Можешь вставать. Покер блаженных. Тогда останусь сидеть. Покер святых. Жаль. Дашь мне отыграться? Да, через 3000 лет. Через 3000 лет ты будешь здесь, как всегда. Отлично. Увидимся через 3000 лет, в 8. Бедняга. The sun is shining on the girl that I love.